Люстра 1147. Упакована в коробку из тройного гофрокартона. Плотно упакована. Люстра поставляется в разобранном виде. Паспорт, инструкция прилагаются. Каждый элемент упакован в полиэтилен. Значит, центральному элементу крепится хрусталь. Хрусталя в этой люстре очень много. Все рога упакованы в полиэтилен. Сначала все распакуем. Собирать люстру очень легко. Откручивается сначала декоративная гайка. Снимается монтажная чашка. На каждом роге есть гайка с гровером, которые одеваются на диск. Затем легко прикручивается М14 ключом. Все, прикрутили рукой, подтянули ключиком М14. Все, готово. Все рога. Мы с вами делаем электрическую скрутку. Для этого берем скрутки, которые прилагаются у нас в комплекте. Значит, для начала с каждого рога берем провод одного цвета, например, коричневый. И на одинаковом расстоянии их между собой скручиваем. Главное не перепутать цвета проводов. То есть отберем одни коричневые. Провода уже нарезаны, поэтому легко снимается изоляция. Все провода между собой мы скручиваем на одинаковом расстоянии по часовой стрелке. Дальше берем провод из центрального жила, например, тот же коричневый цвет, чтобы не перепутать, и скручиваем между собой. Вот получается такая электрическая скрутка. Дальше берем колпачок и закручиваем его также по часовой стрелочке. Все получается у нас идеальная скруточка, видите? Теперь берем провода белого цвета с каждого рога, который выходит. Также скручиваю по часовой стрелке. Скрутили провода. Берем провод, который идет от кенной колодки, синий, и прикручиваем его к нашей скрутке. Вот получилась такая электрическая скруточка. Дальше одеваем изоляционную скрутку. По часовой стрелочке накрутили. Все готово. Следующее, что осталось нам, это ровненько уложить их. Чашка монтажная большая. Места хватит. Так, что-то уложили. Надеваем монтажную чашку.
и затягиваем декоративной гайкой. Все, готово. Теперь распрямляем рога. Смотрим просто, чтобы они были все симметричные. Вот так где-то получается. Переворачиваем. Дальше у нас два пакетика с хрусталем. Мы их аккуратненько развешиваем. Значит, вешаются они на верхний элемент, на низ рога. Раз, два и третий внизу. Значит, цепь можно укоротить до одного звена в случае низких потолков на 17 сантиметров. Крепление крючком, клинковка зажимная. Цвет белый с золотом.